В начале июля Владимир Путин утвердил закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Управляющий отделением Социального фонда России по Мурманской области ответил на волнующие северян вопросы по этой теме. Например, нужно ли такой категории граждан писать заявление, чтобы получать надбавку? Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют в феврале 2025 года. Об этом и других подробностях нового закона рассказал управляющий отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов во время прямой линии, организованной в Центре управления региона. Работающим пенсионерам идет меньше. То есть им как бы замораживается размер пенсии на выплату. Тем не менее, сам размер пенсии, он в наших системах растет. С каждым годом, с каждой индексацией, дополнительные индексации, которые были, они все учитываются, и размер этот растет. И что произойдет у нас в следующем году? В феврале месяце размер пенсии работающих пенсионеров увеличится ровно на тот коэффициент, который будет утвержден. С их большого, назовем так, размера пенсии, который учтен в наших базах. Кроме этого, теперь все виды пенсии, будь то по инвалидности, потере кормильца или старости, будут проиндексированы независимо от трудовой деятельности. 17 тысяч пенсию человек получает. Он работающим является. Соответственно, все индексации за тот период, когда он работал, у него размер пенсии, естественно, больше. И он учтен у нас в системе. Допустим, он у него равен там 29 тысячам. Мы берем 29 тысяч рублей пенсию и умножаем на тот коэффициент, который будет установлен в следующем году, в феврале месяце. Ну, допустим, он будет равен 5,1%. Да? Мы находим от 29 тысяч 5,1% и получаем 1479 рублей. Была пенсия 17 тысяч, мы эти 1479 прибавляем к 17 тысячам. Таким образом будет выглядеть индексация пенсии в феврале 2025 года. Для того, чтобы получить такие выплаты, никуда не нужно будет обращаться. Все изменения будут вноситься автоматически.